Они лучшие на татарской эстраде. В «Пирамиде» накануне прошел международный фестиваль татарской песни «Татар-жыры-2012». Мероприятие традиционное проходит уже более 10 лет. И несмотря на это, каждый год зрители радуют новыми сюрпризами и подходами. О том, как это было в этом году, Алина Хусаинова. Для молодого исполнителя Раниля Нуреева этот фестиваль первый, и он надеется, что не последний. Очень переживает, ведь получить «Золотого барса» мечтает уже не первый год. Ощущения очень приятные, потому что первый раз выходить на такую аудиторию, на такую сцену, именно такой уровень, для меня очень большая честь. На главном событии в мире татарского шоу-бизнеса, фестиваля «Татар-жыры», ни одного свободного места. Билеты сюда раскупают задолго до самого концерта. Посмотреть на гала-концерт приехал президент Татарстана Рустам Миниханов. У многих артистов уже собралась коллекция золотых барсов. В копилке Раяза Фасихова уже есть 4 статуэтки. Сегодня он надеется получить 5-ю. Говорит, что для него это будет своеобразный юбилей. И самый главный обычай – каждый барс со мной немножко путешествует. Вот я как бы получил барс, везу в деревню к своим родителям. Потому что я помню свой первый алтын барс, золотой барс, когда мама говорила: «Сынок, давай уж, все уже там пытаются как-то получить этот барс, я хочу посмотреть на эти маленькие бриллиантовые глазки». Высшая награда для татарских исполнителей — алтын барс — имеет еще и ювелирную ценность. Барсы выполнены из золота, а глаза — из бриллиантов. За время проведения фестиваля на их изготовление ушло больше 11 килограммов золота. За 12 лет вручили 250 статуэток. В этом году высшую награду получили еще 24 исполнителя. Алина Хусаинова, Илья Шорин, «200 Татарстан».